Приветик! Сегодня 1 марта 2024 года. Я в Беларуси вместе с друзьями, мастерами. Мы находимся в Гомеле. Гомель – это юго-восток Беларуси, граница с Украиной и с Брянской области России. Ну, конечно, интересное, мощное, эзотерическое, сильное место. Вот мы сейчас находимся в самом центре, культурном, историческом центре Гомеля. И вообще региона. А вот за мною это древнее место княжеского замка, древнего города. А в средневековье крепостная зона, как бы детинец, и дальше старый город с большим количеством храмов, там монастырей и так далее. Вот. А в 18-19 веке это резиденция графа Паскевича. Вот они тут построили красивый себе дворец, палаццо. И сегодня там прекрасный музей. Самый, может быть, лучший музей Беларуси. С огромной экспозицией от бронзовой эры и до средневековья и современности. Очень крутой музей, очень большое собрание. Но не музей точка моего интереса, а я сюда приехал специально для того, чтобы около границы с Украиной померить вообще обстоятельства и условия, вообще что у нас происходит в небе и на земле. Ну, достаем наш градусник волшебный, конечно, рамочка, меряем, что у нас здесь сейчас на данный момент. Прекрасно, небо и земля в прекрасном состоянии. +18, +19, +20. Шикарно. +20 мощности энергополя пространства, соответственно, и все люди, которые у нас в Гомеле живут, в Минске живут, там в других районах Беларуси, у них все начинает быть прекрасно. Теперь я хочу измерить в ту сторону 50 километров за границу, Черниговская и Киевская область. Это река Сож. Сож впадает в Днепр, и Днепр втекает на Украину тут, рядышком, километров 20 от меня. Вот я хочу измерить мощность энергодиаполя, геологического поля за границей. Украина. -20. Воронка, дырка. Что Чернигов, что Киев, что Львов. Одно и то же. Ну, а ради интереса посмотрим еще туда, за Брест, на польскую границу. Варшава, мощность. А? Все прекрасно видно. -20, дырка. Ну, это не напрямую дырка, конечно. Это работа как бы асуровского эгрегора минусового. С нашей стороны Беларусь, Россия, Москва вообще у нас, вы знаете, в последнее время так накачано сильно. Мы держим плотное поле, положительное, плотный экран над Москвой. Так что Москва 30, не падает энергетика Москвы. +30, максимум из возможного. Я сюда специально приехал на границу, северная граница Украины, для того, чтобы посмотреть, измерить параметры, а вообще на чем держится эгрегор Украины и куда нам дальше двигаться. Мы знаем, что эгрегоры – это композитные системы, которые состоят из определенного энергетического договора между ангелами и, соответственно, не ангелами, асурами. Вот по пропорции я меряю здесь. А мерить надо где? А над центром эгрегора. Центр эгрегора у нас 250 километров на юг отсюда, это город Киев, столица Украины. Я меряю над Киевом, под Киевом и территорию по поверхности земли Киева. И я
измеряю и сканирую, какое количество у них. Сначала ангелов, которые помогают и управляют этому эгрегору. 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 120. Все. Это все. 120. Провал по сравнению с большим объемом, который был до 2014 года, большим объемом ангелов, которые держали этот эгрегор. Сейчас осталось только 120 ангелов. Ну, там они бывают разного разряда, соответственно, разного масштаба. Но принцип такой. Запомните эту цифру, 120. А теперь давайте посмотрим, сколько у них лучевых асуров, которые примерно один к одному считаются с ангелами по силе своей. И из этого и будет исходить пропорция мощности эгрегора в верхнем уровне и в нижнем уровне. Асуров. Карпатских, естественно, потому что на Карпатах база асуров находится, база демонов. Карпатские асуры по всей волне линии Карпат, Карпаты длиной, северные Карпаты, которые на Украине, они длиной почти 1000 километров от границы с Молдавией и до границы с Польшей, по всей этой вот южной границе Украины. 100 асуров есть лучевых. Есть 200, 250, 300, 350, 400, 50, 500, 50, 600, 650 нету, 600 штук. Все живут на Карпатах, поддерживают эгрегор и карпатские магии, и эгрегор разрушительных вот этих эгоистических процессов личностных. Значит, на данный момент мы видим, что 4 пятых украинского эгрегора состоят из минусовых энергий, то есть асур. В данном уровне, здесь, в Беларуси, хочу измерить количество асуров. Ну, для примера, лучевых асуров 10, 20, 30, 50, 80, 100, 120, 130, 150. Все. 150 асуров. Пропорцию видите? А ангелов, которые поддерживают Беларусь, хочу измерить. 100, 200, 300, 400, 500, 800 границ, 700. 750. 750 близко к 800. 850 нету. Около 800 ангелов. Пропорция совершенно другая. 4 пятых это ангелы. Соответственно, устойчивость и долговечность эгрегора. Вы сейчас уже понимаете, к чему я клоню. Значит, у нас с вами будет интересная творческая работа в ближайший год. План этой работы я уже составил, и мы обсудили с мастерами, которые здесь помогали мне в этих измерениях, в работе, в этой поездке. Будет интересная работа. Будем долбить асуров, конечно, с тем, чтобы война прекратилась, чтобы был мир, чтобы был рай на этих всех территориях, которые сейчас под асурами. И чтобы было процветание и благо для всех жителей наших ближайших стран, наших родственных стран России, Беларуси и Украины. Желаю блага всем, просветления. Привет! Минск, столица Белоруссии, центральная точка, главная опорная точка страны. Это, конечно, площадь независимости, дом правительства, центральная зона. Вот. Сейчас вы можете померить, сами посмотреть по мощности геополя. Энергетика растет гораздо выше, чем в прошлом году было. Сегодня здесь
примерно плюс 25 мощность. И мы здесь находимся с мастерами, которые провожают меня. Домой я возвращаюсь с поездки в Белоруссию. Я очень успешно поучаствовал в конгрессе по народной медицине, очень успешно провел и свои семинары, и консультирования здесь, в Беларуси. Очень много прекрасных людей увидел и познакомился, и встретился с нашими учениками, которых, по которым соскучился, и они соскучились. И хочу сказать, что, конечно, наша школа процветает, растет очень мощно. Мы просто взлетаем в космос. И с каждым годом нам даются все круче и круче технологии. Мы не стоим на месте. Благодаря сообществу мастеров и обмену опытом в сообществе мастеров международном, мастера растут во всех странах нашего присутствия. И Казахстан, и Россия, и Беларусь. И видите, сегодня здесь, в Минске, в центре, плюс 25 мощность. Для столицы это огромная мощность. И вы можете промерить через поле, нет перехватов. Это значит, все люди в стране, ну, по крайней мере, в городе в этом, могут свободно мыслить, свободно развиваться. У них чистое, более-менее, сознание. То есть это путь такой к развитию, конечно, личности, к развитию эгрегора, к развитию культуры, к долгосрочному развитию страны. Так что желаю Беларуси процветания, долголетие всем жителям, здоровье и развитие своих высших способностей, звездных космических способностей.